Пенза. Хохлов. Сычев. Гол! Гол! Владимир Бесчастных. 1-1. Ну вот так вот. Скоростная атака. Моментальный выстрел. И все, беспомощна бельгийская оборона. И все сделал Сычев. Все сделал Сычев, но, правда, его хорошо очень вывели. Прекрасная передача была Дмитрия Хохлова. Прекрасная. Давайте посмотрим. Ох! Как аккуратно бил сейчас Володя Бесчастных. А Бесчастных оказался там, где он должен быть нападающий. Исполнял щекой здорово. Хотя насчет аккуратности чуть-чуть защитник не выиграл. Я думаю просто, что сейчас Бесчастных, памятуя о том моменте, который он не использовал в матче против сборной команды Японии, постарался.